Смотрите, какая у нас новая арочка. Выше, больше. Теперь высота поднялась на 20 метров. Есть там заготовки сидячих. А это у нас... Денис, что это такое мы делаем? 2,5 арочка. Нового типа. То есть она еще будет выше. На 16 сантиметров выше. Да, на 16 сантиметров все выше. То есть представьте, вот она, какая высокая скала. Огромная. То есть 1,80 м проем и еще здесь, ну, наверное, 60 сантиметров. То есть очень высокая, прямая стена огромная, как все видят, как и хотят. И так происходит наращивание стола. То есть новый практически стол под новые теплицы. Так сказать, шаблоны, чтобы получились вот такие новые теплицы, высокие. То есть мы сейчас в этом году усовершенствуемся, так сказать, и делаем до идеального состояния, идеального варианта. Теплицы доводим. Ограждение. Пам-пам-пам-пам. Обратите внимание, вот стоят две теплицы. Капелька 2,5 и 3 метра шириной. Видите? Почему массово берут капелька шириной 2,5 метра? По одной причине. По нескольким причинам, потому что она занимает место, меньше места на вашем участке. То есть площади. И второе, самое главное, вот это вот расстояние, видите, вы ничего здесь все равно не высадите. То есть здесь 25 сантиметров, с другой стороны 25. То есть этого полметра у вас теряется полезная площадь. Поэтому массово берут или 2 метра шириной, она еще выше. То есть у нее вот так вообще идет. И мы ее сейчас сделали еще выше, еще круче, потом покажу вам. Поэтому если вы выбираете 3 метра шириной, что в арочном, вот даже... нету сейчас арочной. Вот даже смотрите, арочная. Вот она. Обратите внимание. 2 метра шириной. Смотрите, какая высокий прямой участок. Примерно 1,70 м. 1,65 м. Вы здесь можете высадить любые высокорослые растения. Поэтому не надо гнаться за площадью теплицы, за шириной ее там. Например, в каплевидных и в арочных смысла в этом нету. Трешки, например, брать. Лучше взять 2 метра шириной, 2,5 м, сделать, например, 2 полноценные грядки и спокойно выращивать высокорослое растение. Или взять лучше всего павильон, у которого 1,80 м стена. И не мучиться. Или легенду. Там с вариантов огромное-огромное количество. Вот даже вот арочная стена, видите. Вот он загиб. Если взять